утро на Енисее. Доброе утро. Меня зовут Татьяна. Я занимаюсь цветами около 20 лет. Ну, считаю себя все-таки больше любителем. У меня дома более 100 наименований цветов. Ну, самые мои любимые – это, конечно же, агланемы. Вот они, агланемки. Они тайские, очень привередливые. За ними особый уход. Вот этому цветку у меня 5 лет. Чтобы его выходить, пришлось потратить не очень мало сил. Я вывела такие свои подкормки, которыми кормлю их периодически. Сейчас я вам хочу рассказать про свою подкормку. Ну, может быть, многие ее знают, конечно, но тем не менее. Берем дрожжи, одну пачечку. Вот такая пачечка, она в каждом магазине продается. Вот. Вода теплая. Высыпаем их. Сахар 2 ложки. Все это замешиваем. Очень хорошо размешиваем. Эта подкормка дает цветку красивый, хороший лист. Очень развивает корневую систему цветка. Когда у цветка корни здоровые, цветок сам выглядит тоже здорово и красиво. При всем при том, он меньше всего болеет, если здоровый цветок, к нему не цепляются болезни, паразиты всякие. Хочу сказать еще, вот к этому раствору нам нужно добавить 10 литров воды. То есть вот этот раствор стоит 2-3 часа, выливаем его в ведро 10 литров и поливаем цветочки вот таким растворчиком уже. Поливаем обильно цветок. Эту подкормку использовать можно не больше 3 раз в год, то есть весной, летом и осенью. Всем удачного дня, спасибо.